Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Данис, и мы продолжаем, собственно, проходить трансформеры, битву за Кибертрон. У нас какая глава, я уже, честно говоря, не... Да, компания автоботов. Так, Оптимус. Кто? Сидвел какой-то бам. Оптимус. Спасти Зету Прайма, Оптимус разрабатывает отчаянный план. Он с несколькими автоботами собирается сдаться в плен к Десептиконам. План срабатывает. И вскоре автоботы оказываются под конвоем на пути в Каон, столицу Десептиконов. Надеюсь, Оптимус, ты знаешь, что делаешь. Верь мне, Бамблби, и следуй за мной. Оптимус прав. Мы попадали и не в такие переделки. Ого, да у Мегатрона тут целая армия. Тихо! Идентификация завершена. Открываю главные ворота. Добро пожаловать в Каон! Глядите, вон тот бился со Старскримом. Не такой уж крутой. Саундвейв, пленники прибыли. Начинаю переработку. Они воровали припасы недалеко от Каона. Отправить переработку. Шевелись, автобот. Переработка? Звучит не так страшно. Да? А что ты думаешь, они собираются перерабатывать? Иди, иди! Вот болван. Терпение осталось недолго. Что это за место? Пошел, автобот! Это что, гробы? Виновен! Это какая-то пародия на правосудие! А кто говорит о правосудии? Это еще что? Энергонный мост снабжает энергией орбитальную базу Мегатрона. Стоять! Готовь! Цельсь! Бей! Теперь ты, автобот! Встать к стенке! Оптимус, это ведь часть твоего плана, правда? Готовь! Оптимус! Цельс! Береги! Оптимус, похоже, я как раз вовремя. Это точно. Спасибо, Эйрейд. Все идет по плану. Добровольно сдавшись в плен, мы смогли попасть в тюрьму. И теперь у нас гораздо больше шансов спасти Зету Прайма. А ты явно не торопился, Эйрейд. Люблю появляться эффектно. Можно спуститься по техническим коммуникациям на нижние этажи тюрьмы. Вероятно, Зету Прайма держат именно там. Откройте! Удачи! Тащите бронебойную пушку! Мы взорвем дверь! Взять его! Где они? Ты таком... Ведите его к Саундвейву! Оптимус, надо спасать его! Тихо, Бамблби! Сейчас это слишком рискованно. Мы ведь безоружны.
Обещаю, что мы спасем Эйрейда, как только сможем. Надо идти. За место. Эйрейд говорил про технические коммуникации. Как мило. И тут на моей территории приятель. Другое дело. Ненавижу прятаться. Септиконов. Слыхал я байки об этом месте, но на самом деле оно еще ужаснее. Не пищите, десептиконы! Тут повсюду снайперы. Перегрев орудий! Покажу!
Бот в зоне видимости! Берегись, десептиконы! Вооружение перегрелось! Система стенохода еще работает. Мы его обезоружили. Теперь он послужит нам транспортом. Вот так, заработало. Поехали вниз. Это хорошо или плохо? Бамблби, мы внутри вражеской тюрьмы и окружены разъяренными десептиконами, которые мечтают нас уничтожить. Значит, плохо. С какой стороны посмотреть? А по-моему, весело. Давайте снесем парочку голов. Сообщение о цели. Ваш захват в плен. Все лишь для того, чтобы ты предстал передо мной. Пробил твой час. Похоже, Мегатрон не шутит. Да? Мы тоже. Обнаружен автобот! Выбьем их неизвестным гон! Десептиконом меньше. Запомнив тебя, лучше не пить. Вооружение к бою готово! Так вот зачем все это. Ради мести за полузабытые обиды? Не обольщайся, Оптимус. Я стараюсь ради блага всего Кибертрона. Энергонный мост моей орбитальной станции работает в полную силу. В моих руках бесконечный источник темного энергона. С его помощью я верну нашей планете былую славу. Какой ценой, Мегатрон? Любой ценой. Спасу эту планету! Вот это! Сошел с ума, Мегатрон! Война убивает планету, которую ты хочешь спасти! Войну веду не только я, но победа будет за мной! Я укротил Омегу Суприма. Сета и остальные праймы погибли. А ты все еще противишься неизбежному. В твоих силах положить конец войне, приняв единственно правильное решение.
Собери своих автоботов и навсегда покинь Кибертрон. Или оставайся, и будешь уничтожен. Это наш дом, Мегатрон. Мы останемся. Мы будем сражаться. И победа будет за нами. От судьбы не уйдешь, Оптимум. На Кибертроне воцарится порядок. Включаю питание систем вооружения. Станете нашими пленниками вместе с Эйрейдом и тысячами других автоботов. Навсегда. Мне все еще нужен ремонт. Что произошло? Это ведро с шурупами жульничало, вот что! Мегатрон телепортировал нас прямо в тюремную камеру. Автоботы в заключении. Бегство невозможно. Счастливы оставаться! Ржавейте с миром! У нас отобрали пушки. Опять. Что делать будем? Я чувствую слабые энергетические всплески от той стены. При всем уважении, Оптимус, не понимаю, как нам это поможет. Ну тогда, Сайдсвайп, смотри и учись. Не знал, что ты так умеешь. Ты вообще многого обо мне не знаешь, Сайдсвайп. Взгляните на эти камеры. Автоботы! Они пришли нас спасти! Освободите нас! Камеры наглухо заперты. Оптимус, можешь снова прорубить стену? Боюсь, нет. Этот фокус высасывает все энергорезервы и требует долгой перезарядки. Но как-то ведь эти двери можно открыть. Эйрейд внимательно осмотрел тюремный комплекс. Найдем его, найдется и решение проблемы. Вы нас не освободите! Скоро вы окажетесь на свободе, братья. Это ведь он! Это Оптимус! Мы передадим твою напрасть! Разнесите эти справы! Подкрепление? Ха! Я польщен. О, нет. А, вот и они! Свяжи автоморские мишени! За меня одного прикончи! Машина перегрелась! Орудия готовы! Его!
громилы! Атакуйте их с тыла! Надо подзарядиться! Мы их сделали. Ну, конечно, больше всех сделал я. Моя секира перезарядилась. Все сюда! Тяжелая штука. Чтобы вас не затянуло в дробилки. Вот что такое переработка плена. Да уж. Десептиконы за это дорого заплатят. Бою готов. Эй-рейд! А я догадал, когда вы, ребята, соизволите появиться? А мы попали на внеплановую экскурсию. Полюбовались видами, постреляли, как обычно, в общем. Не будь таким самоуверенным. Подозреваю, что мы тут не одни. Эй, это еще что? Помоги!
Эйрейд, как открыть твою камеру? Отключи две системы изоляции, каждую с соответствующим выключателем. Только осторожно, в тоннелях могут быть еще невидимки. Держись, Эйрейд, мы тебя вытащим. Боюсь, мне все еще нужна помощь. Фиксаторы подняты. Теперь дезактивируем поле. Знаете, ребята, вас я спасал быстрее. Умолкни, Рейд. Мы тут делом заняты. Yeah.
кончено! Ребята нам задачу не упростят, да? Так точно, Ро-брат. Ро-брат? Пошутить вздумал? Не могу же я тебя постоянно называть Бит. Это неинтересно. Сайдфай, меньше болтай, больше стреляй. Да ну давай. Вооружение! Эти ребята нам задачу не упростят, да? Так точно, Ро-брат. Ро-брат? Пошутить вздумал? Не могу же я тебя постоянно называть Би. Это неинтересно. Сайдсвай, меньше болтай, больше стреляй! Ура, свобода! Молодцы, Автобот. Парни думают, что они очень хитрые. Мы не уйдем, пока не освободим всех автоботов. По пути я заметил центральный пульт управления. С него можно отпереть все замки в тюрьме. Показывай дорогу, Эйрейд. Ты точно знаешь, куда идти, Эйрейд? Если не веришь мне, иди путешествовать в одиночку. Никто по тебе скучать не будет. Да я просто спросил. Пульт управления прямо по курсу. В бою пригодится. Опускаю оружие.
эта консоль отвечает за управление всеми замками. Даже в камере Зеты Прайма? Ну, нет. Похоже, Зету заперли в бункере строгого режима на одном из нижних этажей. Давайте обеспечим десептиконов поводом для беспокойства. Пора освободить братьев-автоботов. Кто хочет исполнить долг? Славно. Вернули свободу и провели отвлекающий маневр. Смотри, как побежали. Нештатная деактивация. Тревога. Тревога. Тюремные камеры деактивированы. Уж это привлек... Во славу Прайма! Автоботы, проводим братьев в безопасное место. Можно направить их к боковым ангарам. Секундочку! Не останавливайтесь! Мы вас прикроем! Обеспечьте беглецам огневое прикрытие! Охотники!
Помоги заключенному лететь и сопроводи их в Иокор. Там и встретимся. А как же вы? Без Зеты Прайма мы не уйдем. Ступай же. Увидимся снаружи, автоботы! Пора забрать того, за кем пришли. Стеноходы доставят нас на нижние этажи. Торжественный финал. Еще как готов. Не сбавлять скорость!
зря тратить. Вооружение к бою готово! Целым тебе из этой тюрьмы не выбраться, Оптимус. Да, у нас получилось! Десептиконы, прямо по курсу! Оптимус, смотри! Это Зета Прайм! Оптимус, это ты? К чему это они его подключили? Автоботы, как предсказуемо... Мы не можем пробить этот щит! Вам меня не остановить, автоботы! Включить защитных стражей! Soundwave. Его попробуй только еще убить. Не стреляйте сюда, стреляйте в стражи. Никак. Рэнзи, пуск. Операция дезориентация. Потанцуем, автоботы! Стреляйте! Я-то переживал, что это я маленький. Автоботы, огонь по Саундвейву! Глядите-ка! Саундвейв бросился в свое поле, чтобы помочь своим ребяткам! А, просто заботливый папочка! Я должен выстоять! Это наш шанс! Все на него! Защитных стражей. Мысли путаются. Ничего не понимаю. Разберем вас по винтикам! Как же меня достали эти малявки! Сначала разбить скорлупу, а потом уже взяться за орех! Я сейчас перегреюсь!
Лазерник. Пуск. Операция. Бомбометание. Автоботы! Огонь по Саундвейву! Мы вытащим тебя отсюда. Благородное побуждение, Оптимус. Но, боюсь, меня уже не восстановишь. Зета, доставим его домой. Совет старейшин. Я вернулся с павшим героем. Пока все не станут едины. Наступили тяжелые времена. Автоботам необходимо ваше руководство. Совет может лишь избирать праймов, а не давать им указания. Руководить и защищать — это задача праймов. Праймов не осталось. И ты по-прежнему отвергаешь свое призвание? Мы слишком часто видели, как другие праймы становились жертвами жадности и тщеславия. Но ты, Оптимус, твои смелость и мудрость изменили жизни тех, кто был рядом с тобой. Мегатрон осквернил самый центр нашего мира. Ты должен отправиться туда и исцелить планету, иначе мы все обречены. Я приму эту ответственность со всей серьезностью. Стань Оптимус Прайм. Теперь ты предводитель автоботов. Ты... Последний прайм. Ну, прямо как в этом. Прямо как в фильме, и мультфильмах, и в легендах, и в истории трансформеров. Ну ладно, в общем, этому голову все-таки прошли. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. До скорой встречи.